Итак, возьмем на каждую ногу мы по 7 грамм. Берем наши ножки, делаем. Сверху нам нужно делать максимально их небольшими, а снизу как можно толще. У них такие ножки интересные. Мы их на столе прибиваем. Так. Вытягиваем наши ножки. Такая нога. По высоте она у меня почти 4 сантиметра. И здесь внизу 2 сантиметра. Снизу цепляем небольшой кусочек серой мастики. Сейчас приблизительно вам скажу. Где-то 1 грамм вам понадобится серой мастики. Если плохой липкий слой, значит мы обязательно с вами нашу мастику смазываем клеем. Если хороший, то не обязательно, да? Все. У меня опять чат завис или вы молчите? Сделали мы первую ножку. Вторую делаем все то же самое. Шарик и начинаем его вытягивать. Сильно мы длинное тело не делаем, тело у них небольшое, но такое снизу пухленькое. То есть делаем вот такую вот грушку. Вот такую вот грушку мы делаем, чтобы снизу было более пухлое, сверху по уже, потому что когда мы еще оденем здесь кофточку, этот вот этот участочек, он практически сравняется. Поэтому можно здесь очень даже неплохо так снять. 4 сантиметра высота, по ширине он у меня здесь где-то 2,5, а верх у меня 1,3. Вот так. Так, здесь сразу все смазываем и одеваем наше тельце. Делим. А для каждой ручки нам с вами понадобится по 3 грамма мастики. Мы сделаем ручки, но приклеивать их сейчас не будем. Я хочу сначала кофточку я одеть. По длине ручка у нас будет, сколько у меня тут, 3,3 сантиметрика. Да, Оленька, заказик поступил, буду с вами оформлять, тортик мастичный, все как я люблю, так что все будет классненько у нас. Так, вот смотрите, смотрим обязательно, чтобы у нас были одинаковые. Здесь немножко сделаем такой защип и потом приклеим сюда ноготочки. Берем, сразу клеем смазываем. Делаем такой липкий слой, и у них по 3 ноготочка на каждый пальчик. Опять берем мастику серого цвета, такую же, как мы использовали там на ногах, и делаем с ними. Привет, привет, Валюша. Гарри приколист. И теперь я сделаю ей кофточку. Здесь такие вот надрезики и складываем слегка нашу руку. Хочу сделать, чтобы она вот смотрите, вот тут она и все, чтобы точка он махал рукой. Ставлю зубочисточку, не держится рука. Помним, если мы вставляем, обязательно в любом случае вкручивающими движениями. Когда мы вставляем наши какие-то детальки, мы сначала проделываем дырочку, а уже потом вставляем
нашу основу. Так. Теперь вставить нужно нам шпажку для нашей головы. Макаем ее сначала в клей либо в водичку и приблизительно до половины нашего тела мы ее вставляем. Не глубоко. Теперь нужно нам сделать голову. Так, для головы мы возьмем 70 грамм. Итак, я взяла 70 грамм для нашей головы. Мы ее должны хорошенечко раскатать, чтобы было как можно меньше заломов, а лучше, чтобы их вообще не было. Скатали яичко, начинаем вытягивать. У него мордашка такая, яичко. Яичко у нас получается 5 сантиметров. Ширина наверху 4, а внизу 3 сантиметра. Делаем здесь небольшой такой, не знаю как сказать, тупим кончик нашего яйца и начинаем вытягивать слегка место для наших глазок. То есть чуть-чуть подтягиваем, стараемся при этом как можно меньше нанести деформации нашему телу. То есть у вас просто вот такая вот голова должна получиться. Так. Теперь делаем следующее, мы сделаем нашему тучке носик, глазки. Для того, чтобы сделать глазки, мы с вами берем стек с шариком и делаем глазки. Мы делаем небольшие такие углубления, у них глазки небольшие. Еще делаем вот так слегка, здесь. Такие, они не кругленькие, они у них такие вытянутые глазенки. И смотрите, следующее, чтобы глазки надо оттенить, берем мы кисточку с голубым красителем и слегка проходимся по границам. То есть легкий этот. Если нету кисточки, нету там, например, такого сухого красителя, значит потом просто будете вокруг проходить бледным голубым цветом. Да нас постоянно маловато уже. Маловато — это уже наше второе имя. Что я только болтаю, ничего не делаю. Для этого возьмем кисточку первый номер. Обычная вода. Здесь у меня накапан, как всегда, знаете, да? Гелевый краситель. Вот такой прям раствор. Тут просто водичка голубенькая и все. И вот смотрите, по границе наших глаз. Вот такие вот. Обязательно делаем блики. Сейчас мы сделаем блики. Белым цветом. Эх. Ну, у меня соперки сплошные. Хотя вот делала тут недавно заказик, сказали, очень прямо понравилось. Вот такие блики. Так, и делаем тучки небольшие. Эти бровки такие. Такие небольшие бровки. Сейчас сделаю носик, потом сделаю улыбку. Для носика нам понадобится. Сейчас скажу. Давайте возьмем 1 граммчик. 1 граммчик, делаем вот такой вот носик, такой пухлястик, такой носик, пухлястик. Так. Привет, Ириночка! Липецку привет! Так, приклеим носик. Напиши мне в Одноклассники, на кого и правильный адрес, хорошо? Ленусь, ну ты мне напиши, пожалуйста, я потому что забуду, честно тебе клянусь. После эфира выйду, у меня голова сразу переключается, я все забываю. Я прошу прощения, если я не отвечаю кому-то, приклеиваем носик. Носик так повыше надо, сильно низко не клейте. Давайте возьмем на каждое ушко по 2 грамма. Лишнее будем отрезать. Там не все 2 грамма уйдут. Там будет лишнее. Но по 2 граммчика мы возьмем. Вот, 1 грамм СМС. Спасибо. Я вот просто говорю, память такая куриная вообще. Тут помню, тут не помню. Знаете, аккуратненько мы с вами вставляем шарик наш. Лишнее отрезаем. У них ушки небольшие. По диаметру, я сейчас скажу вам, целое ушко у меня, 2 сантиметра почти. 1,8. Вот лишнее отрезали. И приклеиваем им ушко. Так, сейчас я камеру приподниму, а то показываю эти уши.
вы можете подсказать и помочь. А я смотрю, пальчиков 4 на руке, а я сделала 3. Надо еще один. Я вот сейчас открыла другую фотографию, и там как раз вот показано, сколько пальчиков. Поэтому прошу прощения, надо еще нарастить, добавить пальцев человеку. Там не буду пхать палец. Такой. Тучка. Итак, сколько у нас тут? 12 сантиметров по высоте. По весу. Вышел 126 граммчиков.